5000 рублей в месяц вернут студентам Северо-Восточного государственного университета за питание в столовой. Такая акция распространяется только на студентов бюджетной формы обучения. Ребятам необходимо сохранить все чеки и приложить их к заявлению о возмещении расходов за питание на имя ректора университета. Заявление о возврате средств студенты могут написать в деканате своего факультета. В нашем университете используется много форм социальной поддержки студенчества, в том числе такая, как возврат потраченных на питание средств в столовых университета. Сделано это с одной целью, чтобы наши студенты, которые действительно в этом нуждаются, да, могли до 5000 в месяц тратить на питание, и мы им возвращаем эту сумму. Прежде всего, такая акция на питание – социальная помощь в дополнение к стипендии. Следует учитывать, что многие студенты приехали из других регионов страны. Они имеют разный уровень достатка, а некоторые – из неполных семей. Поэтому все они нуждаются в такой форме поддержки. По словам Романа Корсуна, средства у вуза на помощь есть. Поэтому все студенты-бюджетники имеют право на такую поддержку.